Здоров, пироманы! Добро пожаловать в опасную зону. Я продолжаю снимать относительно тихие видеоролики. И сегодня у меня римские свечи. Очень интересные эксперименты. Смотрите, я взял такой дрон, привязал на него 6 римских свечей. Буду летать и стрелять по тем мишеням. Дальше у меня есть такая связочка из 100 штук римских свечей. На секундочку, тут 3000 выстрелов. И, ребята, собственная разработка. Такой крутой миниган. Семиствольный. Здесь 49 римских свечей. 1500 выстрелов. Будем стрелять по тем мишеням. В принципе, мы все предусмотрели, чтобы ничего не загорелось. Но в случае нашего профтыга есть такой огнетушитель. Здесь у нас стоит Стив рядом со своим домом. И такие шарики. Ну что ж, давайте сразу и начинать. Дисклеймер. Ведущий канала Firelife, профессионал своего дела. Эксперименты проводятся безопасно и под контролем специалистов. Никогда не пытайтесь их повторять. Ну вот, ребята, и мы начинаем. Так, цель. Так, ну понеслась. Блин, ребята, ну тяжело дроном управлять, конечно. Первый шарик лопнул. Ну что, ребята, мы чуть-чуть тут надымели. Здесь у нас есть еще связочки по 7 римских свечей. Давайте теперь их запустим. Так, первая, вторая. Да, было очень странно. Но немного мы все-таки попали. Стива, конечно, у него никаких повреждений нету. А в домике, смотрите, тут даже насквозь попрожигало. И шарики полопались. Пришло время поджечь связку вот таких римских свечей. Направил их в небо, немножко под углом. Поменял локацию. Так как на предыдущей мы были рядом с селом, а здесь вокруг лес. Ну что ж, давайте поджигать уже. Так, сейчас начнется. Понеслась.
Капец, ребята, как это сильно. И дыма очень много. Прям как пулемет. Ну давай, это последний был. Нифига себе. Ну вот здесь громко не было. Но дыма, конечно, посмотрите. Можно, в принципе, списать это на туман. Офигеть! Все загорелись. Мы будем сейчас стрелять с этого минигана. Тут довольно все простенько. Тут дрелька Makita. Вот так вот подключается привод. Ну, в общем, что ж тянуть. Давайте поджигать уже. Так, поджигаю. Тут у меня огнетушитель. Ну что ж. Поехали. Все шарики Так, ну теперь время пришло огнетушителя. Выключаем. Ребята, это просто жесть. Вы посмотрите. Офигеть. За дела. Шарики вообще все лопнули. Дыма валом, ребят. Ну, короче, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я буду ехать, чтобы меня не запалили. Всем удачи. Пока.